И снова всем здравствуйте, друзья! Посмотрите, какая красота у нас сегодня! Сегодня у нас воскресенье, 17 октября 2021 года. Прекрасный солнечный день на острове Уайт. Температура плюс 20 градусов. Музыкант тут уличный поет. Он обычно каждое воскресенье здесь поет. Люди собрались. И хочу, друзья, с вами погулять, и у меня сегодня для вас интересный сюжет. А сюжет у меня возник экспромтом, как чаще всего и бывает. А чего он возник? Вот я иду, и мне навстречу, вы видите, очень много здесь идут людей, гуляют. Ну и я как-то, вы знаете, раньше ведь я не заостряла особенно внимание в своих видео именно на людях, на англичанах. А больше старалась вам показать волны, природу, здания, что-то вот такое. А тут, вы знаете, столько у меня попадается навстречу именно английских пар, которые, как обычно, держась за ручки чаще всего, ходят вот здесь по набережной. Сплошные пары. И самое-то интересное, что эти пары, это не молодежь, вы видите, а это возрастные люди уже старше 60, старше 70. Если попадаются какие-то стайки вот молодежи, то их совсем немного. Обратите внимание, вот опять сидит пара очень пожилых, вот идет пара. Это уже примерно 60 лет люди. Так вот, я что хочу сказать, друзья, что очень мало попадается людей одиноких, особенно в пожилом возрасте. Вот они все здесь парами до самого-самого преклонного возраста. Вы еще много увидите таких пар очень пожилых, здесь они вдвоем. А почему? А потому что здесь абсолютно не считается зазорным, если люди начинают искать себе пару, потеряв своего мужа или жену вот после 50 лет, или если они развелись, допустим, в 40. Вот эти пары, они сходятся вновь, находят себе партнеров и абсолютно не заморачиваются по поводу возраста своего. Многие из них, как женщины, кстати, так и мужчины, были женаты или замужем по нескольку раз. Абсолютно не отчаиваются и в любом возрасте начинают искать себе пару. Я рассказывала вам, по-моему, про Джона и про Джин, которые уже за 80 лет нашли друг друга и сыграли свадьбу. Но, к сожалению, я вот, если вы спросите, что с ними сейчас, я не знаю. Просто вот еще один такой наглядный пример. Ну и вот и продолжаются эти пары, вы видите, мне навстречу идут. Я надеюсь, вы обращаете внимание, что они вот в основном 60 плюс возраста. В кафе сидят тоже люди. Они ездят вместе уже потом куда-то, путешествуют, они ходят, играют в какие-то игры, посещают бары, дискотеки, конечно же, по пабам ходят, по ресторанам, вот, гуляют здесь, например. Не бывает никогда, чтобы кто-то, желая найти пару, даже в таком возрасте, за 70, за 80, он ее не нашел. Обязательно найдется пара, и никогда не бывает такого, чтобы кто-то осудил этих людей, которые сходятся вот в таком вот зрелом возрасте. Потом вы же понимаете, что у этих людей уже жизнь за плечами, у них есть дети, у них есть внуки, благополучно которые живут где-то отдельно своей жизнью и не мешают жить своим родителям. Ну, впрочем, так же, как и родители не мешают жить своим детям, не лезут со своими советами, с какими-то поучениями, а вот просто поддерживают связь, встречаются на праздники все вместе, празднуют и живут себе прекрасно отдельно друг от друга. У меня уже есть одно видео на эту тему. Вы знаете, оно набрало там, по-моему, чуть больше миллиона просмотров, чего я, конечно же, не ожидала. И очень много отзывов, откликов людей не оставило равнодушным то, о чем я рассказывала, что человеку в любом возрасте нужна пара.
какая-то поддержка. И чем старше становится человек, тем больше он нуждается именно в другом человеке рядом, в паре и в поддержке. И вот об этом как раз очень хорошо, наверное, знают англичане. Они это уяснили, что у молодых своя жизнь, им не стоит мешать. И они устраивают свою личную жизнь. Именно личную жизнь в любом возрасте. То есть возраст здесь у них абсолютно не мешает ничему. Ну просто, понимаете, уже если в молодости, например, люди искали страсть, любовь была на первом месте, то вот уже с возрастом человек ищет себе просто какого-то душевного отношения, чтобы были общие интересы, чтобы с человеком было приятно просто посидеть, просто помолчать, вот знаете, погулять вот так за ручку по набережной. Какая красота! Полюбоваться океаном и не ходить одинокой гармонью, а вот так вот парой. Совершенно все вокруг преображается, друзья. Вспомнилась песня, я почему смеюсь, помните точно. Все стало вокруг голубым и зеленым. Та-т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 а. Ой, ну вот что я вам, друзья, рассказываю. Все мы взрослые люди, и все вы это сами прекрасно знаете. И у каждого на сей счет есть свое мнение, свое суждение, свое видение жизни. Хотя вот вы знаете, здесь я могу единственное сказать, кто никогда не был одиноким, кто не жил в одиночестве, тот не поймет, о чем я толкую. Это тут, знаете, как говорят, сытый голодного никогда не разумеет. Ну и вот не знаю, тему или не в тему, может быть, кому-то покажется, а мне вот кажется, что это именно в тему. Я недавно слушала Ирину Шихман, у нее есть прекрасный канал на YouTube, называется «А поговорить», и у нее там более 1 000 000 уже подписчиков. Так вот, совсем недавно она вела разговор с Анжеликой Варум. Очень тоже интересная женщина, которая уже за 50, и она рассказывает о своих непростых отношениях с мужем Леонидом Агутиным. Ну и я хочу дать вам послушать отрывок из того, что она говорит о своей дочери. У них есть дочь Лиза, она уже взрослая, и она всю свою жизнь сознательную с 7 лет живет в Америке, и уже, как сказала Анжелика, что ее дочь стала американкой. Так вот, послушайте, что она говорит о своей дочери. Интересно, что если Лиза, как вы говорите, все-таки американка, то вот это вот на тонких материях есть ли что-то, что... Что в ней американского? Ну, могу сказать, что она озвучивала из американского. А, например, ей совершенно непонятно, как... В России люди обсуждают друг друга. В чем одет, как выглядишь, толстый ты или худой. Для них это нарушение прав человека. Они не понимают, как даже может человек себе позволить такое озвучить. Потому что там принято сразу подавать в суд. Она об этом не знает, о том, что принято подавать в суд. А о том, что не принято так высказываться, говорить, она знает. То есть она не знает почему, но знает, что это не принято, и это ее шокирует. Она это где увидела, услышала? В России. Ну, в смысле, в России, где-то в России, компании когда... кого-то обсуждали? Нет, в России обсуждали непосредственно ее, она уже с этим свыклась, она привыкла, к ней приходят на страничку, заходят русские, наши, ну вот кто нас знает там и любит, и иногда позволяют себе какую-то критику, и она очень остро на это реагирует и говорит: «Мам, ну как, я знаю, что во мне не так, я стараюсь, но меня должны поддерживать, почему вы не поддерживаете друг друга, почему вы друг друга топите, я не понимаю этого».
Вот такой вот отрывок. Извините, друзья, за качество записи. Я записывала с телефона, немножко фонит. Те, кто хочет послушать полностью вот это вот интервью Анжелики Варум с Ириной Шихман, я внизу дам ссылочку на это видео. Можете посмотреть полностью. Там много очень интересного. Я вот для себя вот этот вот кусочек, я его нашла, он мне понравился, я его запомнила и решила дать послушать вам. Согласны ли вы с этим или нет? Я не буду говорить именно по этому поводу свое мнение. Я оставляю это на суд своих зрителей. Ну вот странным образом, в последнее время мне попадаются вот такие вот интересные высказывания довольно популярных женщин. Вот послушайте Ларису Гузееву, например. У нас женщина женщине ни друг ни разу не товарищ, а женщина женщине враг. Категоричненько так Лариса Гузеева подвела черту. Ну вот тоже дам вам послушать, если кто желает, ссылочка внизу на это видео. Это уже Гордеева берет интервью у Ларисы. И тоже довольно много интересного там Лариса рассказала. И ведь наверняка Лариса знает, о чем говорит, потому что она уже много-много лет ведет передачу на Первом канале «Давай поженимся». И как она рассказывает, что она встречается с женщинами совершенно разными, и вот у нее в конце концов сложилось такое очень нехорошее впечатление о женщинах. Как-то это все грустненько, друзья. Ну и понимаете, наверное, к чему я это все вам даю послушать и к чему я все это веду. Потому что ведь у нас, вот, например, если, не дай бог, образуется пара, где женщина старше мужчины, не дай бог, если еще и намного старше мужчины, то ее только ленивый не обсудит. И нет бы порадоваться за женщину, как говорится, что она смогла свою жизнь устроить. Да. Но вот нет, будут осуждать, обсуждать, ехидничать, злорадствовать. И вы знаете, мало-мало кто порадуется за эту женщину, что она смогла устроить свою жизнь. Ну, я-то знаю, друзья, что мои зрители, мои подписчики, они все очень хорошие люди, благожелательно настроены и всегда желают счастья друг другу. Ну и я в том числе, конечно же, хочу пожелать всем одиноким людям найти свое счастье, найти друга, если желаете. В любом возрасте человек должен быть счастливым. И это не значит, что каждый должен искать себе пару. Можно быть счастливым и одному, заниматься активно тем, что тебе нравится. Друзья, ведь это каждый выбирает сам для себя. Ну, а я еще раз желаю всем быть в гармонии с собой, не слушать никаких советов, а действовать так, как велит вам ваше сердце. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.